Доброе время суток, мальчики и девочки. Я решил сделать небольшой перерыв между уроками и сыграть во что-нибудь. А именно, Вори и Слепой лес. Поддержите меня, и эта серия будет иметь продолжение. А ну, пожалуй, начнем. Та ночь навсегда останется в нашей памяти. Ночь величайшей из бурь. Ночь, когда исчез Ори. Потрясающая музыка и атмосфера, вот прямо как мультики от Диснея в нашем детстве. А вот и наш дружок. Я буду его называть Пузатик. Я не знаю его имени, уж и вы извините. Как смешно, он прыгает, животик трясется. А вот и наше маленькое чудо. И вместе с Нару ушел мой свет. Словно брошенное дитя. А, вот как его зовут. Нару. Судя по рисунку на камне, они стали семьей. Ой, какой милый. А вы знаете, он мне напоминает этого, как его, Стича из мультика Лило и Стич. Если вы видели, посмотрите, прикольный. Очень доброе начало. Строим переправу кушаньем. Ам-нам-нам-нам-нам. Ту судьбоносную ночь, когда сами небеса пылали. Но Ори не услышал мой зов. Твой зов? А-а-а, дерево взывает малыша к себе, вот оно о чем. Красота. О, наш пузатик испугался. Что-то все вокруг усыхает, еды не осталось. О, неужели надежды не осталось?
последний кусочек. Да, переменилась обстановка. Лес словно умирает. Текло беспощадное время. Ах, покушать совсем нету, бедняги. Ой, пузатик. Жизнь становилась тленом. Последний персик. Когда лес не мог видеть. Отказывается наш пузатик. Давай, малыш. Давай, малыш, найди другу тоже что-нибудь. Вот-вот, хорошо. Но надежда показалась вновь. Вы знаете, очень доброе, красивое начало для детской игры. А вот мы видим воспоминания о завязке нашей дружбы. Очень душевно, мило, красиво. Пузатик? Ой, ну нет. Не может быть, в детской игре такое? А, блин, какое-то начало тяжелое. Я представляю реакцию ребенка, играющего в это. Это же слезы, сопли, вздохи и ахи. Да, даже мне жалко этого толстяка. И снова сирота. Без единой причины остаться. В поисках моего света. Слабый, хрупкий. Нет, мне больно смотреть на малыша, но серьезно, не жалеют разработчики детей. Когда лишь тишина была ответом на мольбы. И казалось, надежда угасла совсем. Бедняга, такое начало было хорошее, на тебе. Когда мой малыш совсем ослаб, и спустил последний вздох.
Ну вот, что за игра такая? В самом начале смерти. То толстяк, теперь и этот. Ох, красота какая. Вот это красивая подача. Мой свет оживил, Ори, и зажглась заря новой эры. Ну, слава тебе, Господи, а то я думал, кем мы играть тогда будем. Давай, малыш, поднимайся. Фух. Я даже попереживал. Нет, ну честно, я такой эмоциональный. Отличная игра, я думаю, буду снимать продолжение, ну или во всяком случае просто в нее играть. Поддержите это видео лайком, и мы уже скоро с вами встретимся. А пока что я и Ори говорим вам до свидания.